течение 3 лет в Юргу реализуется программа инновационного развития университета. На отчетной конференции собрались директора малых предприятий, созданные при участии студентов и аспирантов вуза. Сегодня мы подводим итог первой фазы проекта развития инновационной инфраструктуры Юргу. В целом программа успешно прошла. Это можно без всякого натяга сказать. Почему? Потому что не только все показатели выполнены, а многие перевыполнены, но и то, что она качественно изменила инфраструктуру. Основная тема обсуждения – обеспечение благоприятных условий для реализации научного потенциала молодых ученых университета. Семинары проходили в режиме диалога. В первый день специально приглашенный гость, исполнительный директор компании Delcom Хью Хэмфрис, выступил с презентацией. Он подробно рассказал об организационной структуре предприятия. Мы каждый год берем на работу 12 выпускников из университетов. Они работают в компании, это засчитывается как практика. Они выбирают проекты. Это может быть работа от заказчиков, за которую они получают деньги. А в России проходит конкурс между студентами. Они выполняют проекты, а потом получают за них призы. Победители проводят 6 месяцев в Бемэнгеме, главном офисе компании Delcom. После этого они сами решают, оставаться в Англии или работать в России в филиалах компании Delcom. Сотрудничество университета с Delcom началось в 2000 году. Программное обеспечение международной компании, а именно система автоматизированного проектирования SAPPORT, помогает в учебном процессе студентам. Эта программа используется при механической обработке деталей на станках и для контроля производства роботами. Инновационная работа не заканчивается, это дало свой толчок. А в дальнейшем мы собираемся и предприятия, может быть, каким-то образом привлекать, и стажировки устраивать. Работа продолжается. У нас на следующий год еще 10 компаний будет создано, поэтому есть с кем работать, есть над чем работать. По итогам программы за 3 года при поддержке ЮРГУ создано 35 малых инновационных предприятий.